Вот так вот, после недолгих походов мы вышли на Тарахташскую тропу. Условно вышли, потому что здесь не было после той тропы, которую мы шли, никакого ни указателя, ни поворота, даже меток на деревьях не было, что тропа Тарахташская началась. Она где-то в картах совершенно в другом месте, но да, сам водопад, мы двигаемся в правильном направлении. И по карте 2,7 километра показывают сначала от самой тропы до самого водопада Ученсу. Уже час мы двигаемся. Посмотрим, сколько еще времени займет дорога до Ученсу. Сидит, сколько времени мы уже идем этой тропой, ни одной маркировки, никакого указателя здесь не было. Наконец-то я подхожу к какому-то столбику, на котором указано какое-то направление. Сколько мы прошли? Целый час ходьбы был перед этим. И ничего не было. Сейчас наконец-то прочитаю, что там написано. Ага. Так, водопад Ученсу. Водопад Ученсу. Хребет Таракташ. Эстбаш Дере 8 километров. И в другую сторону 2 километра. 5 километров до Ученсу написано. Вот так вот. Полтора часа шли. Ни единого указателя не было. Туда, товарищи, теперь следуем. Давай, веди. Конечно. Водопад Ученсу, 5 километров. Ну что же, пойдем. Ну, вниз идти, это не вверх идти. Уже что-то хорошее. Блин, и вид какой здесь, а. Отпад. Видела? Видела. Устала. Ничего, идем. Как же тут красиво. Все, остаемся тут жить. Вот тут вот норку себе вырыем.
Да, копаем себе норку. Раз в месяц бегаем за провиантом. И остаемся тут жить. Слышь, ничего себе, ступенечки даже есть. Импровизированные. Неожиданно. Приятная радость. Нашли скользкие. Ну, скользкие. Но тем не менее они есть. Есть. Чем-то очень напоминает листья все-таки с орхидеей. Мне это все напоминает парк юрского периода, какие-то части, когда они ходят где-то в джунглях. Какая же она огромная. 200 метров, наверное, если не больше. Беба. Да, малыш, беба. Сверху еще елки умудряются расти. Шикарное место. Ничего себе. Справа скалы, слева скалы. Слушай, класс. Здравствуйте. Добрый день. Хорошего пути. Спасибо, взаимно. Таран-таран-таран-таран. Ты чего? Когда жалеть? Чего жалеть? Тот, кто едет каким-то автобусом, тот, кто едет подъемниками какими-то, вообще, он вообще ничего здесь не видел, по сути, на Айпетре. Вот она самая красота. Ходить пешком. Это полезно для здоровья, для мозгов. Вообще просто насладиться таким уголком природы, еще не тронутым человеком. Как это? Где вы такое увидите? Где такое еще можно увидеть? Крым, Россия, все. Далеко ли надо ехать? Зачем тебе за границу пешком ходить? Приятно и полезно. Вот ты посмотри, где ты такое еще увидишь? Нигде. На свет херовый. Ага. Что сказать? Я повторюсь еще раз. Не пройти здесь пешком, это не увидеть половину маршрута. Это вообще практически ничего не увидеть. Люди, ходите пешком. Обязательно приезжайте сюда на Айпетре. Пройдитесь по Мисхорской, Корейской, тропам. Пройдитесь на Зубцы. Спуститесь Трактажской или поднимитесь Трактажской тропой. Вы просто... год будете на позитиве вспоминать всю эту красоту, всю эту природу. Это просто словами не передать, это видеть надо. Это просто надо почувствовать и побывать здесь. Вот что я вам говорю, я вам советую.